Охрана фахверковых зданий, коллегиатская церковь, замок и старый город в Кведленбурге. Город Кведленбург расположен в лесистой местности в центральной Германии. В 15 веке богатые городские торговцы приобрели большое влияние и в конечном итоге потребовали для этого города независимости. Стремясь ограничить их растущее могущество, король запретил строительство любых каменных зданий. Таким образом, Кведленбург стал городом деревянных строений. В городе находятся более 1200 зданий с деревянными каркасами. Это самое старое из сохранившихся до наших дней. Оно было построено приблизительно в 1300 году и тщательно оберегалось. Некоторые старые здания немного покосились от времени, однако они отличаются своеобразием и полны очарования. Тем не менее, после нескольких столетий использования, многие из них нуждаются в ремонте. В 2000 году был учрежден фонд для восстановления и сохранения старых деревянных домов. В этом центре молодые люди в возрасте от 17 до 27 лет изучают технику реставрационных работ. Опытные мастера обучают их основным навыкам на однолетних учебных курсах. Материалы для реставрации хранятся на муниципальном складе. Здесь находится более 1000 различных дверей. Древесины и изделия с резьбой по дереву берутся из заброшенных зданий для повторного использования. Этот ремонтируемый дом был построен приблизительно в 1800 году. Для реставрации используется тот же вид глины, который наносится рукой, так же, как и два столетия назад. Традиционные навыки передаются новым поколениям. Реставрация дома занимает 4 года. Профессиональные мастера могли бы выполнить такие работы в половину этого срока, однако для обучения методам реставрации требуется дополнительное время. Более 70% стажеров после однолетнего обучения продолжают свою карьеру в области реставрации или архитектуры. Этот город старых домов с деревянными каркасами является учебной площадкой, где передают традиционные навыки от поколения к поколению.